могут касаться только состава Ярославского «Локомотива». ХК МВД в меньшинстве открывает счет. Да, была поднята рука арбитра, который зафиксировал нарушение правил со стороны ярославского игрока. Но хоккеисты ХК МВД... Он и получается 2-0. 2-0, да, и опять. Опять провал при игре в большинстве. Как под копирку. Вторая шайба под копирку первой. Тоже при игре в меньшинстве. Контратака 2 в 1. Прекрасный пас. И отличное завершение. Сразу Руденко не бросал поворотом. Была позиция прекрасная. Гол! Гол! И вот мы говорили про ключевой момент, да? Ох, две удаление минуты, да. Не будет. Будет заброшенная шайба. Мы отмечали уже, как здорово борется за шайбу Бабенко. Как он сейчас продрался сквозь двух соперников. Те даже нарушали правила, и все равно он выиграл эту борьбу. И ставит точку в этом матче. Что говорит нам о том, что нас ждет решающий седьмой матч этой серии.